И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка, ОЛТВ, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Все, пацаны, погнали. Вот сейчас мы четко все сделаем, только слушайте меня. Фонарик там один, можно еще фонарик один купить? Идемте посмотрим. У меня еще один есть, только мало зарядки. Сейчас мы снимем такой ролик, который нам заработает очень много денег. Все, идемте. Давай. Вы думаете, я не прав? Может быть. Я тоже так думаю. Все, полетели. Так, единичка, это у меня камера, двойка, это у меня фонарик. У всех фонарики есть или только у нас двоих? Да, есть. Мы молодцы, ребята, мы сейчас уже подготовились, будем профессионально играть. Да что я валяюсь? О, все, вроде. О, да, отлично. Не понял. Так, пацаны, давайте будете сейчас меня слушать, и мы сразу найдем быстро призрака. Отснимем и назад. Давай. Все, запоминайте дорогу, как мы идем. Опа, я уже что-то слышу. Дыхание. Стоп! Да ё-моё, что это полупрозрачное тут? А, это паутина наверх, такая. Смотри. Да я увидел там какая-то кабака. Так, фонарик лишний раз не тратим, только по сути. Это какая-то проблема. У меня проблема. Какая? Большая. Какая? У меня почему-то вышло. А? У меня высокие нагрузки на сервере, ожидайте проблем с сетью. Меня что-то крашло. Все, ты видишь, призрак сделал так, чтобы нас осталось двое, было нам сложнее. Судьба. Так, ты помнишь, как мы идем, да? Да. Идем, идем. Кстати, тут может где-то камера лежать, ее можно взять будет. Еще одна? Ну типа я ж потерял ее, она осталась тут, ее можно будет забрать. О, прикольно, кстати, сделано. Так, как ты думаешь, нам туда? Или ниже? А, если мы ниже спрыгнем. Нам будет тяжело выбраться. Я звуковое боюсь. Сопровождение, она, конечно, на этой карте бомбейская была. Опа! Так, так, так. Ой-ой-ой. Куда нам идти? Да, подальше от нее. Так, убегаем, убегаем. Вон она, эта штука. Страшно. Страшно, очень страшно. Вот она идет, вот она идет. Так, бежим, бежим. Быстрее, бежи. Бежим. Так. Ё-моё, она за нами бежит. Очень страшно. О. Так, мы отсняли немножко. Я кость нашел. Покажи, что это. Ой. Фонарик возьмем обычный. А, кость, ну кость-то такая. Да. Это я не даю. Так, мы идем еще раз поснимаем его. Там где-то монстр, мы хотим его сейчас снять и показать. Так, переключаем. Он где-то там. А что там? Тут люк. Люк? Да. Так, есть. Ребята, сейчас мы отснимем очень классный фильм. Бомбейский просто. Я знаю, что он там, потому что когда я захожу, у меня сразу этот такой на экране сигнал. Он там? Да, он там. Вот он. Вот он идет. И чё, он к нам сейчас на корабль придет, что ли? И замочит нас? Да, где-то там монстр ходит. А всё, он стоит. Он ушел? Нет, он там стоит просто. А ну-ка. А ну ближе посвети фонариком. Вот он. Вот он. Он нас убьет? Ой! Так, быстрее, быстрее, быстрее. Заходи в корабль, быстрей! Это жесть, слышал, как он топал? Да. Он прям возле нас был. Да. Так. Как ты думаешь, сколько просмотров фильм наберет? 1000 просмотров будет? Ну, 1000 можно. Будет. Смотрим. Так, так, так. Ой-ой. Куда нам идти? Да, подальше от нее. Так, убегаем, убегаем. Вон она, эта штука. Страшно. Страшно, очень уже страшно. Тысяча. О, знаем, вот она идет, вот она идет. Тихо. Так, бежим, бежим. Без... 2000. Быстрее, бежим. Я сейчас рекорд побью всех. Так.
Ё-моё, оно за нами бежит. Вау, да? Ничего себе. Там где-то монстр, мы хотим его сейчас снять и показать. Ты чё, получается, я классно сделал? Он где-то там. А что там? Да, молодец, Дим. Люк? Да. Вот он. Вот он идет. И чё, к нам сейчас на корабль придет, что ли? Ага, вижу. Шесть. Да, где-то там монстр ходит. 6,5, 6,6. Нет. Вот он. Вот это да популярный. 7. Фига себе ты там собираешь. Он нас убьет? Слышь, это рекорд, там у тебя 1000 с чем-то на... Так, быстрее, быстрее, быстрее. Заходи в корабль, быстрей. О, мне кажется, тут уже монстр где-то близко. Этот звук прям вот... Я уже их выучил. Пацаны, готовьтесь. У кого фонарик, подсвечивай. Блин, забыл фонарик себе купить. Ой, вот тут лампочка мигает, там монстр. Так, возьмем сразу камеру. А ну, не хочешь пойти проверить? Давай. Лампочка мигает, и вот кажется, что здесь кто-то есть. Может, он там? О, где-то? Что там? А мы там, походу, вышли, не? Или... Да, не. А, ну да. Да, вот наша... Ну, давайте шпала. В эту сторону сходим. Хочется, чтобы монстр где-то близко был, а то мы сейчас как зайдем далеко, а потом выходить тяжело. И мы начнем сливаться по очереди. Да, один ответ. Я не... Я не хочу. А на этой карте, интересно, есть эта горгулья? Которая на ну, не знаю, кстати, я еще не видел ее. А может и быть. Ладно, блин, смотри. Звуки здесь стрёмные. Давай первый. Иди. Да. Если что, да, отвлекать будем. Никого нету? Да вроде нет, нормально. Так, что-то местность похожа на которую мы уже когда-то были. Хотя нет. Она сгенерировалась по-другому. Опять лампочка мигает здесь. Пацаны, я чувствую, что здесь где-то монстр. Вот прям чуечка меня не подводит. Я тоже так думаю. Где-то здесь вот он прям стоит и ждет, чтобы нас убить. Лучше всего пусть будет улитка, она хотя бы медленная. Так, ладно. Так, идем сюда в другое место. Может, пойдем глубже туда-сюда вот. Ты не боишься? Да не особо, ну давай попробуем просто сходить. Так. Ого. Слышишь, как это звук? Это пол скрипит здесь. А, тю, блин. Я думал, уже горгулья. Я тоже думал. Похоже, да, звук какой-то такой вот? Угу. Да? Так, тут мы тупик. Ушли. Тупик. Тогда, значит, что, возвращаемся? Подожди, да, идем. А вот, здесь не тупик. А, мы здесь тоже, кстати, были. Идешь, да? Иду. Монстры, вы где? Мы хотим снять ролик. Старода уже нету. Пятой части, четвертой даже. Такс. Что здесь у нас? О, ты где там? Иду. Ага, вот ты. Идем. Там есть что-то? Ну тут хотя бы просторное место. Так, вот мне кажется... Слышишь? Да. Я что-то слышу. А какой звук ты услышал? Как будто кто-то, не знаю, так не рычало. Да, есть такое. Ой, что ли? Слышь этот звук? Ну, тихо. Что-то трещит. Так, мы что-то слышим. О, ЛТВ! Нашли! Так. Никого нету? Так. А здесь что-то есть? А здесь просто спуск. Блин, ну надо монстров найти. Где-то ж они должны быть. Ну зря вот это ходим туда-сюда. Можно наверх подняться, не? Ну здесь будет бабка, я так понимаю. У нас там еще вниз есть спуск, вон там. Ну идем. Так, кислорода уже половина, пацаны. Контролировать надо. А мы можем увеличенный баллон кислорода купить? Спасибо за ответ. Мне нравится с вами общаться. Вы такие хорошие пацаны. Да. А как здесь пройти? Здесь закрыта решетка. А, вот. Так, ну здесь первые двери, которые нам открываются. Там дыра какая-то. Вы что-то видите? Только контейнеры и, да, вот эти вот двери. Ух.
Гаргулья, чуть не наступил. Ты, блин. Смотри, Дим, наверх смотри. Ого! Что это за стрёмное существо? Это гаргулья. Вот это оно быстро крутится. Убьёт сразу, как? Пацаны? Могу протестировать. Так, меньше половины кислорода, пацаны. Когда уже будет четвертая часть, будем возвращаться назад. Тут еще одна, смотрите, вот она. Смотри. Стой. Не, я не буду. Как потом... вы думаете, что это, гаргулья? Да. Она живая. Ну, это видно. Там, кстати, кость. А! Оно меня схватило, пацаны! Прыгай как-нибудь, прыгай, бегай. Я нажимаю, нажимай, помогите. Пацаны, помогите, пожалуйста, жизни. А что делать надо? А ты, наверное, уже умрешь. А? Что за фигня? Оно меня убьет, да, пацаны? Да. А я вот могу, кстати, вы... А, может, надо быстро нажимать кнопки? Попробуй. А, вот, да, как будто я могу вырваться. Как будто давай, вот, но не могу. Пацаны, камеру возьмете, если что, посмотрите. Хорошо. Фильм. Я снимал это все время, как меня убивают. Это очень жестокие кадры, не всем рекомендую. Что за бред? Офигеть. Меня аж убили. А, ОЛТВ, ты живой? Я умер. Все умерли? А там какой-то здоровенный мужик черный пришел. Он всех нас убил. You failed it again. Офигеть. А, кстати, вот этой заставки еще ни разу не видел. Потому что не все ж умирали тогда. А, да? Да. Это что, Марахита, да? Да, садим. Если понравилась эта серия и эта игра, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.